Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу, как еще эффективнее сделать свою детокс-программу путем внедрения в нее эфирных масел. Что такое детокс, я рассказала в предыдущем видео, и ссылочка на нем где-то тут появится. А вот что такое эфирные масла, я расскажу сегодня. Итак, с вами Оля Борзенкова, эксперт в области применения эфирных масел и консультант по здоровому образу жизни. Давайте сначала разберемся, что же такое эфирное масло, а потом уже поймем, как оно работает с нашим телом. Эфирное масло – это сильнейший концентрат природы. Это то, что содержится в стеблях, в листах или в коре исходного растения. Эффективность эфирного масла в 40 или в 70 раз сильнее самих трав. А за счет своей летучей формы они еще могут пробираться сквозь мембрану клетки и запускать процесс очищения уже внутриклеточное, чего не может сделать ни одно лекарство, ни одна настойка, ни один отвар. Сквозь мембрану никто не может пробраться, кроме эфирного масла. Поэтому так важно выбирать чистейшие эфирные масла, потому что если мы возьмем синтезированные эфирные масла, то, обладая той же самой летучей формой, они зайдут сквозь мембрану клетки и могут этой клетке навредить. Все эфирные масла обладают рядом свойств. И у каждого эфирного масла оно свое. Но есть те свойства, которые объединяют их всех. И это антибактериальные свойства и противовирусные. Потому что эфирное масло – это сам иммунитет растения. Оно помогает бороться с вредоносными микроорганизмами, бороться с бактериями. Бороться, в общем, со всем, чтобы не пришло на голову растения, эфирное масло, как иммунитет, помогает с этим справиться. И вот когда эфирное масло объединяется с нашим иммунитетом, то это появляется просто суперсила такая. Ну а теперь перейдем от общего к частному. И я освещу только те эфирные масла, которыми мы дополним нашу программу, которую я, кстати, прохожу уже сама лично 6-й раз. И с 1 апреля буду вести 5-й поток людей, которые также стремятся к чистоте и здоровью своего тела. Детокс-программа нужна нашему телу просто, чтобы очиститься от накопленных токсинов, шлаков, возможно, внутренних воспалений, которые ведут потом к хроническим заболеваниям, в общем-то, от всего мусора. Это сродни, как мы весной в мае моем окна. Потому что сквозь зиму, точнее, сквозь загрязненное зимой окно, ну просто сложно наблюдать картину мира. То же самое и с телом, когда мы там налепили всяких токсинов и шлаков, просто сложно чувствовать чистоту и бодрость. Поэтому нам и нужен детокс. Но чтобы этот процесс проходил максимально комфортно, без каких-то побочных действий, с дополнительной силой, то мы используем эфирные масла. Наша программа детокса дополнена 4 эфирными маслами. И первое – это лимон. Это очень мягкий детоксикант, который помогает, опять же, за счет своей летучей формы заходить сквозь мембрану клетки и наводить там порядок, выводя оттуда различный мусор. Также лимончик помогает очищать лимфу, запускает процесс выведение камней из желчного пузыря. То есть это все способствует нам еще большему очищению. Следующее эфирное масло просто бог нашего стола и нашей семьи. Это смесь дайджезен. Без нее просто невозможно прожить. Эта смесь помогает нам восстановить пищеварительные процессы, особенно у кого есть какие-то затруднения в переваривании пищи, вздутие. И, в общем, всяческие проблемы с пищеварением, эта смесь очень круто помогает все наладить. Подкрутить шестеренки нашего пищеварения и зайти просто в приятный, комфортный процесс поглощения еды и переваривания ее. Эта смесь состоит из 7 мономасел. И первое – это имбирь. Имбирь помогает нам растворять слизь и снимает спазмы. Второе – это перечная мята. Она расслабляет мышцы ЖКТ, также работает на то, чтобы не было спазмов. И еще мята очень хорошо работает на бактериальный фон и убивает различные микроорганизмы. Третье масло – это эстрагон. Он помогает, кстати, усваиваться витамином группы В и улучшает процесс пищеварения.
Следующее масло – это кориандр. Такая приятная вкусная пряность, которую я даже нюхаю просто так. И кориандр очень хорошо помогает нашей поджелудочной и желчному пузырю. Фенхель поддерживает нашу печень. Тмин регулирует кислотность нашего желудочного сока и устраняет метеоризм. Анис также балансирует кислотность и помогает пищеварению. Во время детокса мы так или иначе меняем наш привычный образ питания. Вводим туда больше фруктов, больше зелени, больше салатов. И не всегда наша микрофлора нейтрально на это реагирует. И поэтому могут вызываться ряд непредвиденных таких дискомфортных ситуаций. И вот эта смесь Дайджозен, она поможет избежать всяких казусов. Третье масло, которое мы внедряем в нашу программу, это лаванда. Сон – это просто незаменимая часть для того, чтобы быть здоровым, энергичным и классным. Поэтому, чтобы улучшить качество сна, мы внедряем лаванду. Буквально одна капля на подушку. И вы нежно и мягко заходите в сон, просто проваливаетесь в свою подушку. Лаванда за ночь помогает нашему телу лучше восстановиться, потому что у нее есть такое свойство, как регенерация. И во время нашего сна наши клеточки быстро-быстро восстанавливаются, что помогает нам меньше времени тратить на сон. И если вы привыкли спать по 9 часов или 8 часов, вы заметите, как через неделю, через две применение эфирного масла лаванды вы будете за меньшее количество времени сна чувствовать себя еще прекраснее. И заключительное четвертое масло в нашей детокс-программе – это чайное дерево. Я уже говорила, что детокс – это некий такой стресс нашему организму, потому что, как и любая уборка, занимает наше время и наши силы. И уборка нашего тела – это тоже время и тоже силы. И чтобы на время этой уборки нас не захватила какая-то болезнь извне, какой-то вирус нас не свалил, мы используем чайное дерево на стопы, перед сном, а может быть с утра, кому как больше нравится. И вы будете под защитой иммунитета чайного дерева. А он, кстати, обладает наиболее сильным антибактериальным свойством. И еще, возможно, в процессе прохождения детокса у кого особенно сильно был зашлакован организм, на коже может что-то проявиться в виде сыпи или герпеса. И вот чайное дерево поможет за один день буквально избавиться от всех этих неприятных проявлений. На своем опыте я опробовала очень много разных детокс-программ. И это позволило мне выявить максимально эффективную, максимально легкую, максимально понятную программу, которую я сейчас дублицирую. Эта программа составлена спортивным нутрициологом, парафармацевтом Натальей Шульгой. Я сама ее проходила вместе. И теперь я также передаю ее для того, чтобы люди стали еще более здоровыми, более счастливыми и энергичными. Свой поток я начинаю вести с 1 апреля. Поэтому все, кто вдохновлен чистотой и красотой, вы можете присоединиться к нему, заполнив форму «Очуна Детокс». И я с вами свяжусь, и мы выберем для вас наиболее подходящий вариант участия в этой программе. Ну а какие варианты, смотрите в следующем видео.